Новосибирцев приглашают встретить теплый Новый год. В центре города открыли большую интерактивную площадку. Она включает сразу несколько тематических зон, светящиеся кубы, на которых можно согреться, с их же помощью управлять светящимися колоннами, расположенными на здании кинотеатра. По соседству автомат, который не даст замерзнуть рукам в сибирские морозы ни взрослым, ни детям. Для ценителей прекрасного большая фотовыставка, посвященная красоте зимнего Новосибирска и теплым взаимоотношениям жителей. Площадка будет работать до 20 января. Это подарок новосибирцам от энергетиков. Празднично, очень красиво украсили гирлянды, прям создают классную атмосферу. Это очень классно и очень приятно за то, что позаботились о людях. Что тебе нравится из этого всего? Вот эта штука. Ага, почему? Ну, короче, там надо садиться, и вот она вот так зажигается. Балдежно, я же говорю. Добавлю, на площади по улице Ленина будет установлен специальный бокс для сбора теплых вещей. После окончания акции одежду передадут нуждающимся. И на этом выпуск завершен. Сейчас на нашем канале премьера фильма «Тайны следствия. Прошлый век». С наступающим вас Новым годом! Спасибо, дорогие телезрители «Вестей», что вы с нами. Мы работаем для вас. Всего вам самого доброго. До встречи.